Снова привет, меня зовут Гейб Золна. Только что вернулся с небольшой поездки на мотоцикле. Послушал этого анониста, Шепарда Смита. Как Маккейн сказал, то, что сделала Россия, это акт войны. Ага. Итак, то, что Россия сделала, это акт войны. И у них нет доказательств того, что Россия сделала хоть что-то. Но у нас есть окончательные доказательства того, что Барак Хусейн Обама негативно влиял на парламентские выборы в Израиле, пытаясь своими выпадами в адрес Нетаньяху предотвратить его переизбрание. У нас есть окончательные доказательства того, что Обама сделал это. У нас также есть доказательства того, что Обама пошел дальше, и он отправился в Англию, чтобы попытаться повлиять на выход Британии, препятствовать их выходу из ЕС. Но это все нормально. Это не акт войны. И то, что Обама сделал с Израилем, не является актом войны. Но предположительный взлом компьютера Подеста и Демократического комитета и обнаружение их всевозможных больных и извращенных деяний, кстати, о которых никто не говорит. Вместо этого вы получаете придурка из Fox News, Шепа Смита. О, да, я имею в виду Маккейн. Вы знаете, да, руководитель Маккейн. Этот парень, предатель. Очнитесь уже к чертовой матери. Черт побери, не сводите меня с ума. Никого не волнует, что было обнаружено в тех документах, но все говорят, что русские сделали это сделали русские. И Fox News продолжает выпускать этих ослов. Потрепаться. Полное безумие. Ради бога, я уже опасаюсь, что этот парень пи***ник. Fox News — это злачный притон. Я имею в виду, вы только посмотрите, кого они нанимают. Роджер Илс. Абсолютно невменяемый. Да, это акт войны. Председатель комитета по вооруженным силам. Этот парень предатель. Какого черта? Что с вами, люди? Ваши сенаторы и конгрессмены, и ваш любимый Fox News. Куча мусора. У Дональда все в порядке, потому что все это помогло ему победить на выборах. Это ни на что не повлияло. Абсолютно тошнотворно. Fox News заплатит. Попомните мои слова. Fox News заплатит за пропаганду этого мусора. Выпуская этого Маккейна, председателя комитета по вооруженным силам. Ребята, это посмешище. Заканчивайте.